Жанна Зуджак. Стихи читают воспитанники детского сада номер 8 «Колокольчик», город Ивантеевск. Коротко о собаках. Завернула в одеяло я пушистого щенка, на руках его качала, и давай ему сначала я в бутылке молока. На меня щенок взглянул и от сытости уснул. Резвый пудель Артемон овцам забежал в загон. Все сначала обалдели, на кудряшки посмотрели и сказали: ну типаж, ты приятель, видно наш. Возле будки пес-барбос задавал себе вопрос: как мне лучше спрятать кость, чтоб не сгрыз незваный гость? Колонка тая, колбасу не желая, дайте мне собачий корм и в пакетике попкорн. Рить и щить не любят драки, они дружные собаки, всех обходят стороной, а потом бегут домой. Пес с трудом напялил шляпу, быть хотел похож на папу. Виден только глаз и нос, знать до шляпы не дорос. Собака в траве повстречала лягушку, подумала: мелкая очень зверушку, такой не буду я есть на обед, пойду попрошу у хозяйки котлет. Подарили мне щенка, удивилась я слегка. Мы теперь с ним неразлучны, в играх нам даем, мне скучно. Щенку карапуз на выезд и впрок купили толстенный большой поводок. Малыш удивлен, поводок тот же я, наверное, хозяин купил для себя. Подели не может миску, наш щенок с резкой киской. Надоело воевать, зубы хватит и под кровать.